Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе! И прямо сегодня, впервые в жизни, я буду играть в GTA онлайн РП. И я буду не один вместе с этим замечательным красивым мужчиной! Эй, ты чё дерёшься? Ты на кого потом крошишь? Ребята, что это обычно позволяет? Так, ребят, прямо сейчас прожимайте огромнейший лайк. Обязательно подпишитесь на мой канал, потому что прямо сегодня будет очень весело. А ну покажись нам тик-так, ребят. Вот так вот тик-так выглядит в реальной жизни. А ну покажись. А чего у тебя с лицом, братан? Такое ощущение, что ты лицом в стенку врезался. Ля, у меня вообще глаза нету. Ребят, мы бомжи, но прямо сегодня мы поднимемся и станем богачами. Я думаю, это не проблема. Так, тик-так, подойди. Давайте сейчас тик-так дадим пинка по заду. И будем начинать. Ну что, тик-так, что ты скажешь? Ты думаешь, что пыль, да? Думаешь, что пыль? А давай с тобой заруб один-один! Заруб один-один, засал! Иди сюда! Какая пыль, братик, ты пенч! Давай, 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 иди сюда! А давай реально сразу на раз, как мужики решим наши проблемы, слышишь? Просто. Давай, кто умирает, тут пенч. Также я вам прямо сегодня расскажу, как можно на халяву получить гелик. Ладно, ладно, все, тик-так. Все, ты упал, все, лежачих не бьем. Так, все, спокойно, спокойно. Так, ребят, короче, смотрите, как на халяву получить гелик. Тик-так, ты если хотел бы гелик, ну скажи по-честному. Ну ты гонишь, чувак, это моя мечта. На что ты был бы готов ради гелика? Ради гелика я готов на все. А ну становись на колени, я тебе сейчас расскажу, как получить гелик на халяву. Нет, смотри, я прямо сейчас, вот реально, без рофлов, расскажу, как получить гелик. Чувак, как ты задом бежишь? Чего? Чего? Так, короче, ребят, смотрите. Открываем чатик, пишем слэш мм. Запомнили, да? Все максимально просто, изи. И пишем промокод. Видите, 11 раздельчик. И пишем секретный промокод. Какой у нас промокодик? Итак, а ну расскажи. А! Промокодик. Ой, кентапка. КЕНТ-АПК. Ребят, вводим секретный промокод КЕНТ-АПК. Нажимаем принять и... Вуаля! Мы получили 120 косарей. И знаешь что? Я получил Mercedes-Benz на 4 часа гелик. Оу! Братан, давай посмотрим на нашу малышечку. Все, место отмечено на карте красной меткой. Все, чувак, погнали забрать мой гелик. Я хочу гелик, я хочу гелик. А ты хочешь гелик? Побежали. Побежали! Я у тебя руки вверх поднимаю или нет? А че ты руки поднял? Это моя секретная тактика бега. Тик-так просто полнейший, Франкенштейн. Франкенштейн. Так, я слышу, ты че дерешься? Подождите, он сказал перхать. Сюда! Слышь, бомжара, сюда. О, ты стой, не бей! Ты стой, я сейчас умру! Ладно, все, человек, пошутили, хватит. Так, ребят, теперь смотрите, нам надо добежать до ближайшей аренды скутеров. И потом мы на скутере доедем до нашего гелика и закаточка! Смотри, я ползаю. Чувак, ты прикалываешься? Давай побежали по-нормальному. Ну что ж, уважаемые леди и джентльмены, прямо сейчас нам надо найти ближайший. Так, тик-так уже на опыте, тик-так говорит, что бомжевал тут уже несколько лет. Куда нам бежать? Кому тебе надо? Куда нам бежать? Нам нужен скутер. По промокоду Кента, пока, ребята, вы тоже можете получить на халяву гелик. Играем на третьем серваке под названием Невада, мало ли, кто не в теме. Ну что? Чувак, ну, руки пустил, ты прикалываешься? Ля, смотри, тут типуля таксишку трощит. Что ты делаешь? Он пишет ничего. Ничего! Напишу, дай денег. Давай по приколу напишем, дай денег. А ну-ка. Дай денег, Максим Бурлаку, родной! Хочешь промо за деньги, малые? Тип продает промокоды за деньги, а по промокоду КЕНТ-АПК вы можете на халяву получить и деньги, и гелик, и все, что вы захотите. Так, наперед, наперед. Ой, ля, ты посмотри, какие тут машины, ребят. Но я скажу так, это все пыль. У нас будет гелик, поэтому вот это все, вот эти вот развалюхи, это пыль. А, ребят, напоминаешь, тут надо скутеры открывать, мало ли ты не теме. Сейчас откроем, сейчас. Все, я открыл. Садись, дорогой, родной. Опа. Ну куда? Нифига себе ты. Ты мне Спарту прописал, слышишь? Чувак, я сдох. Ну зачем? Блин. 5 minutes later. О, слышь, я жил. Нормально, ладно. Ладно, братан, все нормально, я жил. Чики-бамбуни, чики-бамбалейла, поехали, дорогоша, поели! Поехали, ребята, при помощи магии монтажа и вот этого замечательного скутера, ребят, мы подъехали к моей ласточке, ля! Ну что, ребята, вы видите это чудо? Это мой новый гелик. А теперь давайте-ка мы ее присядем. Не понял? Не пон? А дверь-то закрыта! Слышь, Саня, как дверь открыть, не знаешь? Наклонный эрлок.
Ок, а ну-ка. Ой-ой-ой! Чувак, да ты шо? Погнали девок цеплять! Ребята, ой-ой-ой, не-не-не, мне еще плохо стало, ля! Я хочу просто проехаться, ребята, взгляните на эту красотку. Это называется мой гелик. К сожалению, в реальной жизни у меня такого гелика нету, но тут он у меня есть. Ну что, нищий? Бомж тут? И со мной так разговариваешь, алло? Алло, бомж, ты тут? Я тебя сейчас покатаю в нормальной машине. Подъезжай на мэрию, разберемся сейчас. Давай. Ну что, ребята, подбираем моего братика бомжа. Садись, родной. Давай, давай, давай. Ну давай, родной, подъедь к полицейским, так говорится. Мне тик-так говорил, что ему есть, что им сказать. Давай, родной. Налево, налево, куда ты пошел? А, не сюда? Еще налево. А-а-а! Все, поехали, пацаны. Так, сюда налево? О, смотри, машинка стоит. Опа! Ой-ой-ой, я случайно сбил. Ну, ничего страшного. Нормально. Поехали, мы машину не глушим, нормальные пацаны. У меня с машины идет дым. Ну, ребят, ну все как обычно. Ля, что делает тик-так, вы смотрите. Ля, он дерется! Тик-так, ну успокойся, ты вообще какой-то ненормальный. Ну не надо, не надо, ну не надо заниматься суетой. Так, подожди, я ему сейчас скажу, что он пенч. Ага! Оу! Тик-така заломали! Не может быть! Или а нет? Я убежал из стрим наушника. Тик-так арестовали! Все, ребята! Тик-така поставить тюрьму! Смотри, он мне везет куда-то! Тик-така, нет! Отпусти тик-така! Тик-така в тюрьму сажают! Вы посмотрите, за что! Тик-така, за что? Ребята, просто представь, тик-так был хорошим, законопослушным гражданином. Я пишу, не я обиделся на правду. Чувак, не надо никого оскорблять. Вы имеете право хранить молчание, все, что скажет, будет использовать против вас. Все, ребята, тик-така в тюрьму! Нет! Ребята, тик-така в тюрьму ведут за то, что он пенч! Ля, посмотрите! Нет! Нет, тик-так! Нет! Все, ребята, тик-так был хорошим парнем. Смотри, 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 смотри. Ладно, прости. Все. Брат, ты где? Ой-ой-ой. Отпусти меня, пенч! Тик-така в тюрьму посадили, брат! За что? Эх, ты был мне как друг, но, к сожалению... Посмотри мне в лицо, друг, посмотри мне в лицо. Больше ты меня не увидишь никогда. Эх, ты но нечего было обзываться, понял? Ля, слышь, тут тебе пишет, даю 3 секунды, чтобы был в холле, или я тоже в тюрьму пойду. Все, ребят, бежи, а то меня сейчас тоже в тюрьму посадят. Давай ко мне в гости. Да не-не-не-не-не, все, ребята, убегаем, а то я в тюрьму не хочу, не знаю, как так. Ребят, у меня на свободе гелик, у меня тут все хорошо. Да вы что, вы посмотрите, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Иди сюда, дорогой ты мой. Короче, ребят, мораль такова, если вы будете пинчами, то вы тоже попадете в тюрьму, как и тик-так. Ой, 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 ой! Извините, я случайно сбил. Ля! Я написал извините, они мою машину бьют, она сейчас взорвется, она уже не едет. Ого, какие-то люди. А, я упал в канал. Машина загорелась. Нет. Чувак, а что делать? Мой минус машина. Так, транспорт неисправен, используйте сервис, чтобы вызвать механика. Ой, ля, ребята, мне какие-то два бомжа машину разбили. Да за что? Так, все, пишем, ребят, команду сервис, у нас денег очень много. И я думаю, вы, ребята, понимаете, что как-то я выгляжу не очень, да? Ну, мягко говоря, не очень, поэтому давайте-ка мы немножечко приоденемся. Потому, ребятки, залетаем в магазин, и сейчас, как солидные мужчины, прикупим себе кучу всего разного. Ну, например, давайте себе купим... О, вот это шу, мне нравится, иди сюда, дорогой ты мой, ха-ха. Короче, ребят, при монтаже возникли технические шоколадки, я заметил то, что я случайно не отснял кусочек видео. В общем, в этом кусочке видео я зашел в магазин и купил Абибас! Развели! Я собирался купить Адидас, вы посмотрите, что это Абибас! Тупо кинули меня на нуба Гримова. Ну чё, ребята, вот мы пришли на базар, тут мы можем себе что-то купить. Так, я даже не знаю, ребят, но выбор очень большой. Давайте посмотрим, что можно купить у этого типа. Можно купить маску. Ой-ой-ой. А давайте-ка мы с вами прикупим какую-то масочку. Ну, например, маска зомби. Как она будет выглядеть, мне очень интересно. Покупаем. И теперь надо зайти в инвентарь и посмотреть, как она выглядит. Блин, это просто ор выше гор. Эх, ребята, все, кто говорят, что кеда пока скатился, вот вы примерно вот так вот вылетите в моих глазах. 5 минут later.
Также, ребята, тут мы себе можем купить даже дом. И давайте-ка мы себе выберем какой-то домичек. Смотрите, видите, там, где говорит такая зеленая иконочка, значит, там дом можно купить. Там, где говорит красная иконка, значит, дом уже купил кто-то другой. Ну, давайте вот этот домик посмотрим, его вроде неплохой. Если, конечно, у меня хватит денежек, так сколько он стоит? 12 500. Да ты что? То, что надо, ребят, конечно, покупаем прямо сейчас, да? Вообще на язычах, все, теперь это мой дом вообще спокойно. Я-то думал, он подороже стоит. Ребят, давайте посмотрим, что я купил. Где же буду... О, идеально, вот тут я, ребят, поставлю свой компьютер. И тут я буду записывать видео. Так, это какое-то синее дерево, это что такое? Ой, блин, ребят, лучше не нюхать. Так, это кровать, тут я буду, ребят, делать джа-джа с тик-таком. А это у нас... А это у нас гардеробная. Ну, в принципе, мой домик, мне он понравился. Очень неплохой. Поэтому, ребята, если кто будет играть не со мной на Неваде, заходите ко мне в гости, буду ждать всех. Мало ли вы зайдете именно в тот момент, когда вы валяться на кровати, поваляйтесь вместе со мной. Так, ну что, ребята, Ареса, пошутили, хватит. А теперь, а вот теперь я хочу действительно богатую жизнь. Прямо сейчас я пойду и куплю себе одну из самых дорогих машин на сервере. Погнали. 5 minutes later. Ну что же, ребята, гелик, конечно, хорошо, но гелик, к сожалению, дается всего лишь на 4 часа. У меня уже это время прошло. И прямо сейчас, ребята, я себе хочу купить какую-то ласточку. Форд Сьерра. Не, ребята, это не для меня. Я себе хочу какую-то самую-самую крутую машину. Мерседес G63. Сколько? 35 миллионов, вы чё? У меня, ребят, всего лишь 4 миллиона, поэтому давайте чё-то недорогое. Так, лаву не хочу. Теслу, блин, я хотел бы Теслу, но денег нету. Так, ребят, ой-ой-ой-ой-ой. Что же мы купим с вами? Давайте-ка, знаете, что мы с вами купим? О, если могу купить вот такой крутой Мерседес. Также, если могу купить Форд Мустанг. И, наверное, я себе возьму вот эту вот малышку. Форд Мустанг, всегда хотел именно ее. Так, я ее купил, и вот она стоит. Вот она, моя девочка. Я сейчас заплачу, ребят. У меня никогда не было такой другой машины. И впервые она появилась. И то только в GTA Online RP. Ну что, ребят, давайте присядем. Ну что, ребята, как вы думаете, как быстро она едет? Авария. Блин, ребята. Ля! Я только 100 метров отъехал, уже бампер отпадает, ребят. Это что за машины-то пошли? Что за качество? Случайно! О, ребят, смотрите, смотрите, вот этот бомж. Давайте скажем, Вовочка, как тебе машина, а? Все, ничего себе, пишет норм. Как норм? Эта машина стоит 4 ляма. Я собираю тоже на тачку, поможешь? Да. Пэй, 6, давайте мы для начала дадим 1000 долларов, посмотрим на реакцию. Ну типа 1000 долларов это очень даже неплохо. Все, Вовчик, дал тебе косарик, что надо сказать дяде Кенту, а? Короче, ребята, я думаю, то, что на сегодня хватит. Если вы хотите играть вместе со мной в GTA на вашем телефоне, плюс получить халявный гелик, то вводите промокод KENTAPK, играйте на сервере Невада вместе со мной. Ну что, ребята, я всех обнял, приподнял. Спасибо большое, то, что вы меня смотрите. Обязательно, ребята, подписывайтесь на мой канал. Хэштег хочу продолжение, следите продолжение. И я обязательно сниму еще одно видео по этому серверу. С вами был Кентуха и Вова. Всем удачи, всем пока.